Или панк-молебен в храме Христа Спасителя. Да, согласен, по форме акция неоднозначная, но содержание, суть этой акции подана абсолютно верно. Богородица, Путина прогони, говорили девочки. Они вслух заявили то, о чем мы еще 3 месяца назад могли только робко шептать. И теперь личная обида Путина. А ведь у этой группы была песня «Путин зассал». Его личный страх гонит правоохранительные органы на то, чтобы преследовать этих несчастных девочек. Девочки объявили голодовку. Они сейчас находятся в тюрьме, а ведь они молодые матери. У них есть маленькие дети. Мы считаем, что они должны быть освобождены, по крайней мере, до суда. Надеемся, что суд будет справедливым. И вместе с ними должны быть освобождены остальные политические заключенные. Ходорковский, Осипова, Соколов, Дорбеев, Алехина, Толоконникова. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу! Вот уже 3 месяца мы выходим практически каждый день в ОВД и суды для того, чтобы защищать вас, тех, кто стоит сейчас перед этой сценой. И мы будем выходить столько, сколько потребуется мы и наши коллеги. И у меня есть обращение к руководителю ГУВД Владимиру Колокольцеву. Почему вы, почему ваши подчиненные не допускают адвокатов к задержанным? Сделайте заявление для ваших подчиненных. Мы должны проходить к задержанным в любое время. Давайте мы вместе, мы с вами требовали этого на Болотной, на Сахарова, на Якиманке, на Пушкинской. Давайте потребуем политзаключенным свободу! Политзаключенным свободу! Политзаключенным свободу!